Вот с Михой Мевли, я вот так считаю, не все однозначно. Он же на хорошем уровне в «Зените» играл. Они, наверное, смотрели ту его игру. Вот скажи, почему? Почему Фиорентину купила Кокорина? Вообще непонятно. Наверное, старая по сборной. Вот скорее всего. Слушай, а мы не попадаем с тем самым Ставарышем. Потому что мы тоже смотрим на то, каким он был когда-то. Сейчас... А тут, мне кажется, не угадаешь. Лотерея. Тут, да, ты берешь любой футболист, это как кот в мешке. Особенно Таварыш, он играл хоть где-нибудь за пределами Португалии. Конечно, ну он с Абаскалем играл. А, ну вот. Ну, то есть, понимаешь, как человек, воспитанный вот в этих европейских странах. Он приезжает в Россию. Я очень люблю нашу страну. Она холодная, ну, необычная. Вот он здесь адаптируется? Не факт. Вообще фиг знает. Он теплолюбивый человек. Ну, опять же, да, Абаскаль, если ты говоришь, он с ним играл, он знает кого. Да нет, дай бог. В любом случае, под какую-то свою схему. Да, схему? Ну, я так понимаю, что Миха Мевли-то тоже люди предполагали, зачем его ну, использовать. Ну, а он, может быть, не подходил по схему.